мы тут с девочкой походили, пошутили. Конечно же, Зары у нас нет, майки не устраивают, поэтому приехали в Турцию специально, чтобы пошопиться в Заре. И, собственно, сейчас будем тестировать турецкий Макдоналдс. Первое впечатление у нас не очень правильно, потому что как бы нету никаких электронных штук вот этих. Мы не въебываемся, мы просто рады видеть Макдоналдс и ждем наш Биг Мак. Что самое Биг Мак? А вкусные точка вкуснее. Ну как вот там. П патриотизм, блядь. Такая ж хуйня. Бля, прикинь, я двойку скинул. Кого-то там. Я двойку там что-то, блядь. Даня, 100.